5600 украл у бабушки. Виктория незаметно зашла в дом и также тихо украла деньги. Они находились в кошельке, а тот был спрятан в шкафу. Пенсионерка о преступлении узнала не сразу. Куда делись деньги, позже поняла ее дочь, она сразу обратилась в полицию. Просто зашла, и дверь была открыта, зашла и взяла. А как узнали, что дверь-то открыта? Да, просто проверяла, ходила. Деньги где лежали у бабушки? В шкафу, в кошельках. А бабушка где была? В огороде. Совсем незамеченной квартирная воровка не осталась. Жители Нововятска рассказали полицейским, что рядом с домом потерпевшей ходила женщина цыганской внешности. Была получена информация, что накануне преступления на улице видели женщину в возрасте до 40 лет. При проверке по криминалистическим учетам было установлено совпадение предполагаемого преступника, которая оказалась жительница поселка Вахруши. С деньгами что сделали? Потратили. Виктория во всем призналась и вернула деньги пенсионерке. Выяснилось, что из-за квартирных краж она частый гость отделов полиции. Теперь женщина находится под подпиской о невыезде. За очередное преступление ей грозит до 6 лет тюрьмы. Сергей Пичугин, место происшествия.